Приехали на монтаж теплицы арочной МВМ с размерами 2 ширина и 4 длина. Здесь мы уже разгрузились, брус выложили, арки, торцы и двери с форточками поликрома. Сейчас будем все это собирать. Теплицу на брус 2 на 4. Продолжаем монтаж теплицы арочной 2М с размерами 2 ширина и 4 длина. Здесь мы собрали брус, выставили его, собрали каркас. Обшили торцы. Здесь у нас дверь с форточкой будет. Форточка стоит. И во втором торце просто форточка. Все две форточки у нас будут на автомате. Здесь уже подготовили фурнитуру. И плюс систем подвязки две нитки. Также подготовили. Труба идет 20 на 20 на 1,5 цинк. Плюс полимерно-порошковая покраска 8-17. Сейчас будем все это перекрывать. Для поликарбоната сделали защиту сот перфолента. Плюс профиль торцевой присутствует еще резиновый. Торцевой уплотнитель и дверной. Здесь у нас дверной. Сейчас все будем это перекрывать. Закончили монтаж теплицы арочной 2М с размерами 2 ширина и 4 длина. Здесь у нас в переднем торце дверь с форточкой на автомате. Автомат уже начал открываться. Во втором торце у нас просто форточка на автомате. Также уже открылась. Сделать дополнительную систему подвязки по нитке с каждой стороны. Сама теплица стоит из трубы 20 на 20 на 1,5 цинк, плюс полимерно-порошковая покраска 8-17 коричневого цвета. Саму теплицу поставили на брус. Брус выставили, выровняли, закрепили якорями. По углам также установлены диагональные усилители на теплице. Поликарбонат идет на ватра 4 мм на 75 плотности. Для поликарбоната сделали защиту сот. Перфолента плюс профиль торцевой. Присутствует резиновый торцевой уплотнитель. Здесь также все в защите. Здесь у нас форточка торцевая. Теплица арочная 2 на 4.